Всех приветствую на своем канале. Так вот, зацепили мы за 82-й, захват отцепили. Зацепили за 82-й. У нас сыро. Кругом и все. Вода стоит. Ну, сейчас просто ради эксперимента попробуем. Пальцы поснимал, куплю, доставлю. Сделаю. Цилиндр тоже. Ухо обломано. Поставим рукой. А так, ну вот я его заточил, подточил. Это до конца он все, да, Виталь? Да. Угу. Большой зазор, мне кажется, нет? Ну вот, да. Большоватый. Так, ладно. Ну, что говорил, то, конечно, ты не сделал. Так, винт. Хорошо бы вместо центрального винта поставить цилиндр. Но это уже летом, наверное. На Акуновске можно. Там на Акуновском стоит этот цилиндр. И тогда будет эффективнее. То есть он будет и корни задирать. Ну, сейчас попробуем. Доедем. Попробуем пару деревьев и заснимем все это, весь этот процесс, как он у нас начнет. Вот эту надо было чуть вперед, мне кажется, сделать, чтобы она была. Вот Виталик молодец, мне он нравится, он, как ему только скажешь, он никогда ничего не забудет, но сразу все делает. Да, Виталик? Да. Точно. Все-таки, блин, наверное, надо было зазор не делать. Бля. Боюсь, что большой зазор при открытом. Сейчас первый раз попробую здесь проехать. Там ямина, ручей пиздец. Ну, а тут Виталик ездил. Он же по деревне на повышенной ездит. Лишь бы нам здесь не остаться. Когда снег был, здесь большой провал был, я не проехал. Вот это жопа полная вот здесь вот. Опаньки. Ага. Испытание едем на огород. Здесь жестко, только видать лед под низом. Так. Ладно, сейчас приедем. Так, ну вот наши эти, все так, да, наши деревья. Один я вытащил, ну тонет он, короче. Трактор тонет, не ложится на кабину, кладет он на кабину все-таки, может поближе попробовать подъезжать, сейчас попробуем. Врезается хорошо, что точенный, что не точенный. Могу вытащить. Сейчас. Что-то не вытаскивает, Виталь. Как-то вот так, да? Херовенько, да? Нормально? Вытаскивает, да, все-таки? Ну вот, межа, вот хотя бы вот этот участок очистить и распахать.
Ну сколько здесь, сантиметров 15-16 вытаскивает он спокойно. Только вот как он пойдет. Ну-ка давай, Виталь, ты туда же отвези. Сейчас. Ты когда тронешься и наверх его? Когда тронешься? Так, ну против солнца, наверное, кадр это не очень будет. Сейчас приедет еще одно, дернем. Ну, остаются канавы. Канавы вот такие. Ну, естественно, что это под пахоту. Так, конечно, это оставлять нет смысла. Ну и пахать надо. Виталь, давай, зажимай. Теперь навеску подымай. И взад чуть, взад. Хорош. Сейчас засадим. Маленько приучиться, подучиться, и будет все нормально. Я думаю, что отсюда этот второй не стоит сейчас забирать. Попробуем выдрать. Не потонем. Так, сейчас попробуем.
сильно. Опусти навеску! Хорош! Цепляй! Назад! Это вообще... Мне сказать нечего. Одни маты, блядь. Он хочет засадить его, да и все, что. Что, засадим? Вылез. Вылазь. Все, до дома езжай. Ну, домой езжай. Лучше там. Ну вон он тонет. Задирает нижние колеса этот. А так-то большеватый, ну. Ладно, все. Муфта течет одна. Вот это. Я не знаю. Честная надавалка, либо, но течет. Смотрю, зубья согнуло, не согнуло, рвет он их, не рвет. Да нет, вроде не вижу я ничего такого, никаких повреждений. Может, мы пытаемся толстые брать, но все равно их выдирать. А куда их? Да нет, выдерет он, да? Просто что тонет он. Ну да. А он сейчас его этим серым грунтом. Овцы все на вал, что ли, ходят? Ходят. А что же им? Ага, ага, ну-ну. Что им? Одни только ходят. А, то есть одна приучилась и ходит, да? Да. Мол... Снею эти. Мелкие? Да. Водят мелких? Да.